Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с инсультом. Это заболевание связано с повреждением или гибелью нервных клеток головного мозга. Согласно медицинской статистике, ежегодно в России происходит около 500 000 случаев инсульта. И лишь четверть больных возвращается после перенесенного недуга к работе. 60% навсегда остаются инвалидами. Несмотря на серьезность угрозы, говорят врачи, профилактика этого заболевания достаточно проста. Правильное питание и своевременные медосмотры. Вот есть мультик, фильм. Семи лепесток, когда девочка, вот, эти лепесток, северный восток, если бы у меня был бы такой лепесток, я бы вырвала, попросила бы, чтобы все восстановить обратно, но, увы. Жаль, что чудеса случаются только в сказках, сетует Людмила Таганская. Время, когда она считала себя здоровой, осталось в прошлом. Диагноз – сахарный диабет – грянул, как гром среди ясного неба. Когда она жалуется на плохое самочувствие, посетила участкового терапевта. Сладкая болезнь может вызвать страшные последствия. Пациентка больничного стационара иллюзий не строит. Слово «инсульт» для нее не пустой звук. Конечно, сахарный диабет – это одна из причин инсульта. Кроме того, причиной является первой причиной гипертонической болезни – заболевание крови. Инсульт – состояние, при котором повреждаются или гибнут нервные клетки головного мозга. Причин две – разрыв сосуда в результате кровоизлияния или его закупорка при отрыве тромба. Три основных симптома – это нарушение речи, слабость в конечностях и асимметрия в лице. Если эти три симптома пациент заметил у себя, допустим, утро встав с постели перед зеркалом, надо срочно обращаться к врачу. Самому бежать не надо, надо вызвать скорую помощь. В среднем за год в Лабытнанскую городскую больницу поступает до 70 таких больных. Для большинства пациентов стационара инсульт стал неожиданным ударом, разделившим их жизнь на до и после. Больничная палата, запах лекарств, слезы родных – такова участь человека, который еще вчера считал себя абсолютно здоровым. При инсультах нет и не может быть единого метода лечения, кардинально меняющего ход заболевания. Прогноз жизни и выздоровления человека зависит от квалифицированной медицинской помощи, оказанной ему в первые дни заболевания, и от организма самого человека. Люди, которые перенесли инсульт, теряют возможность работать и жить, как жили раньше. Согласно медицинской статистике, лишь четверть больных возвращается к работе. 60% навсегда остаются инвалидами. Каждый пятый больной умирает. Чтобы не произошло трагедии, помните о профилактике. Вновь и вновь напоминают медики. Посещайте вашего участкового терапевта. Вовремя проходите медосмотры. Участковые терапевты занимаются выявлением гипертонической болезни, атеросклероза и назначают лечение. Это и есть первичная профилактика. Оздоровительные мероприятия. Режим труда и отдыха для лиц умственного труда, обязательно активный отдых. Это все первичная профилактика инсультов. Это все реально и все это проводится. Но несмотря на усилия медиков, все зависит от самого человека, его стремления вести здоровый образ жизни, правильно питаться и соблюдать рекомендации врачей. Людмила Таганская верит, ее болезнь еще не приговор. Тяжелых последствий избежать удастся. Хочется, как говорят, жить детям, быть нужными, да и еще пожить. Ирина Волокитина, Эдуард Захаров, программа «Время местное».